I am Dragon. In the midst of the wedding, Princess Mira's lover is kidnapped by a dragon and carried away into his castle on the remote island. Mira left everything behind in the past, family, friends and groom. Now the only things she had were a stone cage and a mysterious young man named Armin. But who is he and what is he doing on that island? Mira's lover will know the truth too late. Loving a dragon will reveal the bitter truth. Love is scary. Вот он я, кто ранил, а после смиренно ждал. Оголенный провод, пустая комната и кинжал. Я цветы наши срезал и больше их не сажал. Без тебя я пустое место. Что любовь — это дар, книги, конечно, лгут. Тысячи брошенок ищут твой стылый след. Но когда ты заносишь над ними свои слова, сердце за сердцем падает. В талый снег падает, угасая. Я стою ближе всех, обожженная и босая, прикрывая подолом кусочек живой земли. Боль повсюду, куда бы я ни бежал. Мое сердце никто так не обнажал. Я бы вырвал его, похоронил, сбежал. Но за мною тень твоя следует. Как невеста. Мы случились однажды. Больше мы не смогли. И весна отказалась.